наверное, место, где было бы нам неинтересно. Есть джунгли, пустыни, вулканы, большие и малые страны. Разучиваем очень много песен, чтобы потом показывать их на различных концертах. Также мы учим новые распевки и просто хорошо распеваемся. Также к песням мы учим новые танцы. Чаще всего это очень весело. Это идея вообще студии звукозаписи у нас давно вынашивалась нашими звукорежиссерами, потому что она очень нужна нашим детям, учащимся, потому что так как мы участвуем в различных конкурсах, фестивалях, студия, она необходима, чтобы мы тут и записываемся, они приучаются о работе с микрофоном, они слышат себя, качество исполнения и могут работать над его улучшением. Вот, потом качественные записи мы можем отправлять на конкурсы, потому что сейчас такое время, когда у нас очень много заочных дистанционных конкурсов. Благотворительный проект «Энергия добра», который ежегодно организует «Газпромдобыча Ямбург». И мы участвовали с проектом по студии звукозаписи в прошлом году, где мы получили финансовую поддержку на создание самой студии звукозаписи. Вот. И затем уже, как в продолжении первой части проекта, мы тоже подали заявку на уже оборудование нашей студии звукозаписи. Разные люди в огромной стране здесь побеждали в Великой войне. Были герои, уверены в том, что на века сохранится наш дом. Вот, вы поняли? Микрофон у нас появился просто шикарный. Вот, мы просто очень гордимся и очень довольны этим студийным микрофоном. У нас появились хорошие студийные динамики. У нас звуковая карта. Конечно, были сложности с приобретением в связи с введением санкций. Вот, но все-таки хочу отметить, что именно этот микрофон студийный, он именно нашего, значит, производства, и он очень шикарный и не уступает мировым всяким образцам. Сейчас просто ухо радуется, вот, то, что получается на выходе. Очень довольны этим проектом и будем работать дальше в этом направлении. На самом деле я перепробовала много кружков, но именно вокал пришелся мне по душе. Когда я пою, как бы наполняется у меня все внутри. Наш дом в Сибири просторы! Наш дом уральские горы!